Хей, всем здорова, чуваки, с вами, как всегда, на связи Брайан, и мы вместе с вами продолжаем играть в City Skyline. Итак, я записывал перед этой серией свое прохождение по City Skyline. Что я на нем делал, я вам сейчас кратко расскажу. Я начал здесь обустраивать вот такой вот наш пригорок, где у нас в будущем расположится наша деревня, довольно-таки такая элитная будет. Я потратил порядка полутора часов, чтобы хоть как-то выровнять все эти склоны, и чтобы здесь более-менее дороги были у нас ровные, как вы видите, да, такие. То есть нету никаких крутых там склонов вверх-вниз, все более-менее я равномерно выровнял, и, соответственно, у нас клеточки присутствуют, по две, по три клеточки возле каждой дороги. Я собирался выложить видео, но несколько раз пересматривав его, я не нашел ничего такого интересного, чтобы это стоило выкладывать на канал. Я говорю, я полтора часа потратил на вот это все дело, чтобы это все более-менее как-то застроить интересно. Всякие там у нас повороты, развороты. Тут у нас и набережные будут. То есть, да, вот у нас квадратик я выкупил, да, поставил уже тут очистительные станции, пока вот это все дело строил, чтобы время зря не терять, чтобы уже у нас водичка более-менее тут очищалась. Вот она более-менее, смотрите, уже видны просветы. Все наши сбросы я перенес в самый угол карты, поставил здесь тоже водочистительную станцию, чтобы она как-то не давала вот этой всей грязюки в эту сторону распространяться. Посмотрим, поможет ли это или же нет, потому что не нашел больше места, куда это все дело можно приткнуть. То есть у нас довольно-таки ограниченная воды, тут не поставишь, все через город потечет, тут не поставишь, тоже все через город потечет. С этой стороны не поставишь, потому что течение все идет именно в эту сторону. В общем, вот так вот. Да, сегодня мы будем с вами планировать наш город. В принципе, больше ничего у нас такого не изменилось. А, ну единственное, что сделал во время строительства, у меня начали мои все развлекательные комплексы почему-то банкротиться из-за нехватки туризма. Я поставил несколько портов, получается. Вот у нас туристы приезжают к нам в город потихонечку, новенькие. И поставил я еще, получается, грузовой порт. Но единственное, как-то, блин, он плохо сказывается, у меня такое впечатление, на нашем городе. Мало того, что у нас в этой зоне огромные пробки начались, так у нас еще какие-то проблемы непосредственно с нашей промышленностью появились. То есть у нас где-то идет недостаточно покупателей товаров, где-то у нас там что-то недостаточно служб, непонятно каких, правда, служб. Вроде все тут есть, я не знаю, я же не думаю, что здесь у нас нам больницы нужны, вот, как-то вот в промышленных зонах. Хотя все возможно, ну, пока да, надо нам сюда отправить заселять людей. То есть я там немножечко клеточек нарисовал, но как-то это все медленно очень происходит. Вот ветряк я поставил сверху, чтобы как-то хоть вот этих вот зданий, людишек вокруг, как-то обеспечить хоть какой-то электроэнергией временной. Вот они все наши пошли. Линии электропередачи, тут да, это потом все уберется, тут будет более-менее все красивенько, да. Развязочку здесь сделаем, и надо вот задуматься тут над сельской местностью. Тоже какие-то проблемы прямо у нас из этого порта, я уже пожалел 10 раз, что я его поставил. Я его отключал, так у меня наоборот все банкротятся. То есть как-то, блин, непонятно. Непонятно. В общем, надо наблюдать. Итак, что нам сделать, чтобы сюда как-то люди охотнее начали заезжать? Я вот пока ума не приложу, но единственное, я точно знаю, что надо построить нам побольше будет промышленности. То есть здесь мы, скорее всего, у нас раскинутся наши поля, как я уже до этого планировал. Давайте мы, может быть, даже сейчас все это дело просто возьмем и к чертям удалим. То есть, потому что то, что тут происходит, это просто ужас какой-то. Мало того, что мы тут уперлись вот эту вот непонятно что. Долго гадал, для чего это, но не знаю. Вроде бы, ну не, это, получается, не грязную воду туда сбрасывать. Фиг его знает. В общем, вот это все мы просто сейчас вот так вот. Нафиг, нафиг, нафиг. Все, всем давайте, до свидания. Потому что просто дорога у нас пришла в тупик здесь, получается. Я от нее хочу избавиться. То есть дорогу выровнять именно вот так вот, чтобы она у нас
потом со временем как-то вот тут вот прошла и все-таки совместилась вот с этим всем делом. Я не знаю, вот это, наверное, все сейчас само удалится, я думаю. Давайте запустим, сейчас посмотрим. По идее, должно все само удалиться. Там единственное, у нас остались только пожарная станция. Пожарная станция, тут у нас вышка еще, давайте мы ее пока временно перенесем. Кстати, вот здесь обязательно, я думаю, нужны будут такие вот штуки, чтобы у нас не горело ничего тут. Я думаю, даже давайте мы пока там все у нас ломается, тут дополнительно вот такие вот поставим, чтобы элитность нашего района не нарушалась тут. Вот это, мне кажется, даже надо вот сюда приспустить. Сейчас мы вот эту подвинем, получается, сюда. Да, вот эту, которую мы тут поставили, мы ее вот сюда сдвигаем. Да, и поставим еще. Но они вроде недорогие, если не ошибаюсь. Уход 96. В принципе, не так уж и дорого. Вот. Все, чтобы леса у нас здесь следили. Чтоб шашлычки никто не жарил. Здесь у нас все было в порядке. Так, с тем временем у нас тут все как раз таки само разъехалось. Да, вот эту дорогу сейчас изменим. Давайте найдем шоссе наше. Так, вот они как раз таки. И, короче, нам надо... А, тут еще кусок какой-то остался странный. Давайте поможем вам. Что там у нас? Съезжать. А, ну пожарная станция осталась, в общем. Только пожарная станция, все, что уцелело. Да, включим привязочки. И вот сейчас вот как-то, не знаю, надо кинуть дорогу. Вот так вот как-то. Пробуем ее проложить тут. Можно как-то ее изгибами сделать, чтобы вроде как не смотрелось все однообразно, да, у нас? То есть можно вот так вот ее. Будет у нас вот такая вот какая-то интересная трасса. Так, пропустили. И вот сюда вот надо нам, получается, будет попасть. Не знаю, куда эта дорога, естественно, пойдет у нас там дальше. Без понятия. Ну, можно ее как-то будет здесь соединить потом. Так, подождите, а мы тут, знаете... А, подождите, это пройдет здесь. Все отлично, получается, все вмещается. Ну, в общем, здесь будет какой-то, не знаю, конец у нас, что-то такое, короче. Как-то вот так пойдет трасса. И вот это надо тоже нам будет сейчас тут расположить. Вот так вот. Вот так вот. Хорошо, кстати, она ее повторяет. Более-менее мне нравится то, что у нас сейчас получается. Такая трасса, действительно. Так, вот здесь надо что-то по-другому сделать. Так, ну-ка. Не порти тут нам. Вроде все должно... Может, привязки стоит тогда отключить, чтобы они не влияли на нашу дорогу. Во. И мне почти что это все очень даже нравится. Какая-то вот такая вот у нас трасса получилась. Интересная. Мы ее так набросали быстренько. И сейчас мы здесь тогда сделаем какую-нибудь развязку, чтобы она шла именно вот на вот этот вот весь участок, весь его охватило. И как-то люди могли отсюда приезжать, туда и оттуда. Ну, давайте, в общем, сейчас попробуем сделать свою. Посмотрим, что у нас из этого получится. Тут у нас что-то дорога единственная как-то немножко неровно пошла. Непонятно почему, с чем это может быть связано. А в общем, вот здесь у нас будет въезд. Поехали.
Итак, вот более-менее получилась вот такая вот у нас развязочка. Потратил на нее минут 10. И сейчас мы наконец-таки сможем это все дело взять и застроить. Пойдут у нас, получается, поля, я думал, как-то вот так вот. Но получается, мы их поделили на две части. Сейчас мы попробуем это все дело сделать так, чтобы потом еще в будущем и пробок у нас не образовалось здесь. Возьмем мы сейчас двухстороннюю дорогу. Посмотрим, какая у нас самая большая есть. Так, это односторонняя. Подождите, а двухсторонняя меня интересует. Самая обычная. Вот, шестиполосная дорога. Так, отключаем. Это у нас пойдет наша основная. И вот так вот она у нас вот тут вот будет располагаться. А вот эта часть у нас пойдет вот сюда вот. То есть они не будут соприкасаться у нас пока. Хотя может, чтобы она и соприкасалась. В принципе, почему бы и нет. Сейчас мы сделаем по-другому. Раз. И вот так вот два. Ну, единственное, у нас вот эта дорога получается. Она вот тут вот у нас возьмет ответвление свое. Как его мы тут сделаем? Так, вот эту часть. Давайте-ка мы все улучшим. Потому что, по сути, эта часть дороги выполняет как вроде и запасной въезд в город. Пускай она будет присутствовать. Вот так вот. Это мы соединяем. Вот. И вот тут вот. Это у нас все займут наши фермы. Потом можно будет поменять часть дорог. Мы сейчас просто делаем такой, знаете, как вырисовываем контур того, как у нас что будет происходить. Это так. Там мы пустим сейчас как-то под землей. То есть вот так вот объединим. И здесь мы пойдем наверх. Так, и здесь теперь завернуть. Вот так вот. И можно будет еще вот такой вот поворотик пустить или не пустить. Тут надо будет потом подровнять землю. В общем, вот так вот у нас получилось. Давайте мы теперь пустим второстепенные дороги. Пойдут у нас вот такие вот. А можно, кстати, будет еще поставить развязочки примерные. Так, пускай это здесь будет.
Это здесь будет. Что-то очень странное у нас такое получается сейчас. Все, соединяем дороги. Это пускай здесь объединяется. Это пускай здесь объединяется. А вот это... А вот это, куда у нас пойдет? Так, давайте тогда тут пока подумаем. Раз. Два. Не будем там объединять вот так вот. Вот так вот. Так, теперь надо пустить еще вот здесь вот дороги. Так, здесь у нас немножечко прямая получается, другая идет и остается место. И вот это можно пустить будет, получается, через мост все. Надо здесь прямой лучше делать. Так, а мост не ставится. То есть нам вот это вот дело надо как-то сейчас взять и объединить. Но не может быть, чтобы они не могли встать здесь. Так, одно местечко я нашел. И второе, соответственно, тоже. Вот так. Вот так вот у нас как-то получилось довольно-таки все интересно. Давайте теперь несколько переездов сделаем с разных сторон. Какие-то у нас дороги останутся. Тут промежутки. Так, и... А вот так вот. А здесь мы повернем сюда. Так, ну, вроде более-менее мы все застроили. У нас, единственное, тут пустой участок остался. Ну, в принципе, его можно оставить или провести несколько вот таких вот тупиковых дорог. Это пускай будет раз. А это у нас никак не пройдет, к сожалению. Ну,
Ну что ж, интересно все это теперь запустить, посмотреть, как оно будет работать. Давайте мы поставим заливочку и потихонечку вот это все дело мы застроим. Так, единственное, вот с этой стороны не будем делать. Ну что ж, я думаю, мы, наверное, точно всех трудоустроим сегодня. Я думаю, все будет замечательно. Все пойдут у нас на работу. Недовольных у нас теперь не будет. И все найдут свое призвание работать в полях. Так, вот это, подождите, сейчас мы тут посмотрим, до куда это у нас все будет идти. А вот это мы, вот эту часть удалим. Вот так вот. Так, вот здесь мы уберем. И здесь мы тоже все это дело убираем. А тут надо еще дорисовать. Так, и сразу надо, да, указать, что это у нас все-таки... А, тут в принципе даже все указано уже, что здесь у нас должно находиться. То есть осталось, чтобы сюда только доехали люди. То есть включаем мы теперь игру. Посмотрим, как она у нас будет работать. Мне прям очень интересно. Как наши поля тут будут себя показывать. Так, посмотрим сейчас. То есть мы такую маленькую часть довольно-таки только обустроили. Вот, все у нас появляется. Вода у нас есть. Ух ты, а воды-то у нас тут и нету. Давайте воду-то мы проведем. Вот такие у нас тут всякие путаницы будут. На всякий случай можно еще... запасное снабжение сделать водой. И вот эта вот часть у нас осталась. Пускай вот это тоже у нас. Давайте даже мы, наверное, соединим с городом возьмем. Вода поставлялась. И вот эту часть можно, кстати, будет продолжить потихонечку. Вот так вот. Вот так вот. Тут мы что-то не зашли. Не соединяется. Вот, отлично. И вот эту тоже часть мы сразу всю снабдим водой. Потому что остались у нас места. Вот, отлично. Ну, остается только наблюдать. А, электричество. Если у нас здесь электричество, вроде... Да, электричество у нас все снабжается. Эти потом полосы можно будет, если вдруг их не хватит, увеличить количество. Давайте мы здесь тогда еще сразу... У нас где-то куда-то мы скинули временно нашу пожарную станцию. Ее поставим здесь. То есть это у нас будет эту часть. Это у нас будет эту часть снабжать. Вот. Thank you.
И у нас уже... Подождите, это точно пожарная часть? Это поликлиника у нас. А это пожарная часть. Поликлинику я не знаю. Поликлинику вообще не уверен, нужна ли она здесь. Нам нужна пожарная часть. Так, электричество у нас не везде доходит. Мы поставили прямо в центре, получается, наши пожарные части. И пока у нас все это застроится, чтобы все было отлично, придется подождать немножко. Так, вот здесь мы давайте вот эти вот места вот это вот поубираем сейчас все. Нам тут больше это не нужно. Это стираем. Так, и здесь тоже лишнее вдоль трассы можно убрать. Пускай теперь... Да тут, кстати, ничего и не построено особо было. Вот этот на повороте тоже убираем. Все. Так, съезжайте. Съезжайте все. Давайте поликлинику мы здесь поставим. Вот такой вот у нас замечательный получается городок. Единственное, на все надо время, чтобы оно... Так, с электричеством у нас проблемы, я смотрю, пошли где-то. Так, а где у нас разрыв? Производство 855, но при этом нам говорят, что нету соединения где-то. Да, кстати, вот почему, вот что у нас произошло. Получается, у нас вот эти вот склады по добыче дерева, они снабжали, по сути, весь наш город. И сейчас мы их убрали, и все, и город остался без света. Ну вот, все восстановилось. Так, а здесь у нас образовывается пробка. И тут, кстати, можно попробовать сделать... Ой-ой-ой. Не та дорога. Включить привязку. И вот это вот соединить сейчас. Ну, чем она сюда ведет именно? Так, ну-ка давайте мы его уберем пока временно. Ага, не достает. Так, ну-ка на паузу ставим. Надо перестроить все тогда. Место уже занято. Странно. Так, убрать ее. Так, по непонятной причине у меня почему-то отключилась запись видео. Что мы сделали? Я уже не стал ничего пересохранять, переигрывать. В общем, мы с вами...
заселяем потихонечку вот эти все области, разрисовали все дома и проложили вот такой вот автобусный маршрут. Довольно-таки он у нас длинный получился, можете посмотреть. Как раз-таки это вот она, синий наш маршрут. Мы его кинули через наш город весь. Получается, выехали на трассу, заехали в нашу промзону и сделали круг вокруг наших будущих домов, чтобы люди, не знаю, может как-то ускориться заселение тогда этих территорий. Но пока что, да, никто сюда не заселяется. Ну, придется немножечко подождать. В общем, вот это все, что я хотел показать. Если вам понравилось сегодняшнее видео, не забудьте его поддержать лайком. С вами, как всегда, на связи был Брайан. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами на новом видео, друзья.